йогуртные, точнее, не йогуртные, но они такие, типа, карамелька, йогурт, ну, там, ну, что-то такое, ну, я говорю, умрете, не подходите, сейчас я хочу, да не закрывайте дверь, я убью вас за это сейчас, алло. Так нужен молоток, я предупреждал. Ну, привет, мы с ребятами, вот, собственно говоря, вы сейчас видите, куда мы пришли. Мы пришли в сороконожку. Жуткая же фигня, ужас. Реально. Ужас, жуткая. Потому что проползла такая огромная штуковина, просто страшно, капец. Да. Но нам понравилась эта игра, очень странно, но нам понравилась. Ну, что-то в ней есть. Поэтому мы пришли сюда, да, еще поиграть. Почему бы и нет? И я уже, если что, в лобби, поэтому заходите. А, да? Ага. Что, одну или две? Давайте одну для начала. Давайте пока одну. Пожалуйста. Да. Пока начнем с одной. Так, ну что, сейчас будем смотреть. А что это за сидящая штуковина? Она всегда здесь была? Она же, конечно, она и кусала всех. Жуть, да? Такая. Ну да. Такой светящий, ничего себе. Не трогайте. Так. Ой. Так. Страшно. Ой, нет. Ой, сейчас мне кусь сделает. Это Ёши, да? Мне кажется, Ульяне сделает. А, Ёши. Да. Ёши. А Ёши, ты не был у нас еще сороконожкой. О, кстати, да. Подождите, а Ульяна была? И Ульяна не была. Я не была? По-моему, нет. Мы с Евой были. Сначала я, а потом мы вдвоем вроде так. Да, да. Да, действительно, может быть, такое есть, да. Боже мой. Боже. Мне очень интересно. Нормально, можно сильнее еще шею? Сороконожка приравнивается к цыпленку. Но это явно цыплячьи лапки. Ну скажите. Кстати, да. Мне казалось сначала, что это динозаврила. Боже мой. Ну, тоже как вариант, ой, да. Ой, ребят, а у меня хвостик есть. Ребят, я таракашка. Да, мы как бы знаем. Да, я же предупреждаю сразу, ты это... Лана, подожди, Лана, подожди. А я же сказала, да, хвостик у меня есть. Кость. А, вау, да? Очень мы красиво. Пропустили этот момент. Да. И, блин, а у меня опять темно перед глазами, я ничего не вижу. Это капец, как усложняет жизнь. Но я нашла ключик, это уже хорошо. Но я забыла, куда его... Неплохо. Так, у нас тут говорят, что сороконожка голодная. А вот мы не хотим. Мы не хотим, чтобы я она тоже была голодная. Я голоден. Ёши, пойди покушай что-нибудь. Ёши. Схвати там что-нибудь. Ты же постоянно... У тебя всякое есть что-нибудь сейчас возле компьютера? Только меня. Ой, орёт где-то. Возле компьютера, сейчас скажу. Несколько орешков. Потом, значит, такие палочки йогуртные, точнее, не йогуртные, но они такие, типа, карамелька, йогурт, ну, там, ну, что-то такое, ну, прикольно, я, по-моему, в видео даже каком-то показывал, вроде бы, или, ага. Да, вроде показывал в видео, кстати, ты чуть не убилась об меня. Да как так, ты же был там, как ты здесь оказался? Вообще не знаю, просто тупо. Ты был в другой стороне, я еще так испугалась, блин, на камере, ужас. Что ты там делаешь? Пусти меня. Ты меня хочешь зеленым ключом прикончить? Я заплутала. А что-то я вообще ничего не найду. Есть что где? Хочешь, я тебя найду? Где-то есть. Не-не-не. Ёж, вот, кстати, хотел тебя предупредить, ты по стенам лучше не ходи. А, вижу, да. Не, все отлично. Это прям тяжело. Видимо, это они и починили. Серьезно. А, да? Потому что все отлично. Я не чувствую никаких проблем, никакого дискомфорта не чувствую. Так, ну что, ребят, что получается с вами делать? Ой, можно еще, пожалуйста? О, привет, Ева, здорово. До свидания. О, пиндинчик. Блин, приходи тусить в центр. В центр. Города. Спадает. Не надо мне, мне одной в принципе хорошо, что там есть с тобой хвост? Не знаю, я не видела. Второй хвост какой-нибудь. Так, может убить кого-нибудь для того, чтобы я стал длиннее, ребят? Не нужно. Я там Еву видел, она там бежала куда-то. О, я видел. Ева уже ушла. Лану видел. Ой, смотрите, как кричит. Как мне выйти отсюда? Блин, я, мне кажется, буду плутать тут. Плутать. Что? Что такое? Что, плутовка, что ли? Как это? В общем, заблудилась я. Так, подожди, блин. У меня кое-что есть. Не надо, подожди, стой. Я попробую. Подожди. Вот все, я готова. А, да? Боже мой, ничего не надо. Как мне выйти, откуда я пришла? Я нашла, наконец, все, я в порядке. Блин, да в смысле? Я готова. Ой, я слышал кого-то. А, это ты, Ульян. Так подожди, надо с тобой поговорить. Не надо со мной говорить. Я тебе хотел рассказать про то, что у сороконожки не 6 лапок, а 40. А сколько же лапок? 40, логично. Это очень логично из названия твоего. Ульяна!
понял? Немножко мы пристукнули сороконожку, и кажется, она будет мне мстить за это. Да, однозначно, Лана умирает. Я был добрым. Так это куда нести? Но теперь Лана умирает. Вот это вот где-то внизу там было, честное слово, я помню. Это, подожди, а что-то там есть кнопочка такая там, да? Осторожно! Бежит! Сороконожка бежит! Страшно. Но пока не сороконожка. Ого! О! Чего? Куда? Что там? Ёши, ты чё прыгаешь? Уйди. Уйди, противный. Стоп, а я не убиваю? От него можно убежать. Можно убежать. Можно убежать немножко. Ну что, убивать тебя или нет? Да, Ульяна сейчас будет убийство. Давайте, ребят, жалеть её или нет? Жалеть, конечно. Я, может, сюда? Да не, я хочу посмотреть, чтобы у Ёши побольше лап стало. Все понятно. Не, Ульяна, тут карточка. А что у тебя, я не понимаю, что за блок? Я не вижу. Я тоже не понимаю. Ну какой-то... Нет, не того! Ой, Ёши, ты чего? Не трогай меня. Я пытаюсь. А почему Лана тогда? Даже вас. Ой, все пока. Да вы, ну, ясно, блин. Куда? Все пока, все пока. Ладно, о, наблюдайте, Господи, за мной, ребят. Наблюдайте. Ужас. Готовы? Мне кажется, эта кофта еще хуже делает. Смотрите, обалдеть, классная обнова. Мне очень все нравится, ребят. Паук. Ты раньше разве мог по стенам лазить? Да, она всегда лазила. Ну, когда не было вот этих вот... Я упала и убилась. Лесенок дополнительно. О боже, Ева! А нет, я живу. Меня просто оглушило, видимо. Нормально. У меня просто такой черный экран так долго был. Я еще... Ой-ой-ой, не поняла. Так, я слышу звук, возможно, это Ёши. Да, я тоже слышу голос. Это так, я. Так, Блина, кто знает, давайте вот так, кто-то, куда мне нести вот эту лазерную дрель? Ой, там Ёши только что мимо проходил. Мимо крокодил, да. Мимо крокодил, и пускай вот мимо проходит. Я вот тут ничего не нужно, это все использовано. Я понимаю. Я без понятия, на самом деле, сама не помню. Я блуждала тут, блин, очень много, долго. А где молоток? Ева, давай вот ты правильно идешь по этому коридору. А, да? Ага. Попробуй вот туда. А дальше-то куда? А вот сюда нет? Опа-на! Да что происходит? Меня пнуло. Меня дверь пнула. Жива. Все классно. И то, и другое, и вообще классно все. Я вооружена. О, господи. Я вооружена. А как ты? Я с молотком. Ева, стоять. Сомнительно, конечно. Стоять, Ева. У меня Ева прям сквозь двери проходит, капец. Ага, я тоже вот у себя так же пришла. Так, Ёши нет? Нет. Идемте быстрее. Ева, только назад не смотри. Я догоню тебя все равно. Я все равно догоню тебя. Тебе все равно будет капец. Нет. Ёши. Осторожно. У меня молоток в руках. Ты не боишься разве? Нет, чего мне бояться? Молотком ведь можно больно получить, прям по котелку своему, да. А сороконожки вообще-то опасные, у них вон целых сколько 40 тут ножек? 40 ножек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14. Ой, тут еще молоток нужен был, блин. И там еще наверху, там где-то тут 14-ножная сороконожка. В общем, обитает. Да, вот я. Там вот. Это я. Там фиолетовый ключ еще нужен. Капец, так я не справлюсь же одна, получается. Ну, может, ты справишься. О, может, Ева? Ты справишься, да. Это уже. Нужно, главное, это... нужно верить. Да. Тихо, не рассказывайте. Мы ничего не говорим. Мы говорим, надо, что все плохо. Найти. Очень плохо, и нужно еще очень много всего. И не факт, что ты справишься одна. Еще так нужен молоток. Я предупреждал. Смотрите, сколько ног. Смотрите, сколько ног. Как вам? Видали? Ёши, я же могла выйти отсюда. Ой, там еще Ева там. Блин, как мне нравится. Очень классно выглядит, ну согласитесь. Да. Крипово, но да. Все этим сказано. Слушайте, мне так нравится заставка эта, и подождите, кажется, я сейчас буду сороконожкой. А вот никто пока не знает, сейчас посмотрим. А мне кажется, вот тот, кто лежит на диване, вот как раз. А, то есть у тебя такая. Не всегда, вот, не всегда. Кажется, да? Нет. А, да, кажется... Ева сейчас. Сейчас Ева будет. А у меня Ёши. Что? Я не поняла. Боже, так, смотрите, как танцует. Так? Мне такое нравится. Прям шикарные танцы. Ребят, это прям классно. Это прям, я уже хотела мстить. Ну как? Да я случайно. Я даже не собирался никого убивать. Я ходил там, тусил. Опять Лана смотрит. Господи. Да, и случайно убил всех. Но это случайность. Реально была случайность. Оп, это я, здравствуйте. Здравствуйте.
бежать просто. Что? Со всех ног. Так, ну что, все, я заряжена, я бегу. И все. Главное, спокойствие, без паники, и просто будь уверенным в себе. Я уже заблудилась, что мне делать, где мне найти что-то хотя бы. Зато уверенно заблудилась, Ульян. Да, так и есть, да. Так, тут что-то есть, может быть. Ой, через 7 секунд там будет сороконожка. Найти 7 секунд, хорошо, я... Ёшеножка. Я поняла. Но у тебя же не 40 ножек. Слушай. Опа, здравствуйте, Лана. Умирать что собираетесь? Не-не-не, я только открыла дверь, первый раз. Ну и что? Бензинчику. Бензинчику, ну давай, я машина, я залью в себя. Ладно, я взяла другой ключ, бензинчик оставила. Так, а где, соответственно, бензинчик? Он там. Там, пойдем отведу, пойдем. Не идёшь. Надо, я сама давай. Найду. Так, я убью тебя, если не пойдешь со мной, быстро. Открывай дверь, открывай, направо. Нормально. Пока. Направо. Так, вот тут вот, да, где-то здесь. Там уйди бензин. От меня, мне не нравится, что ты за мной ходишь, уйди. Ладно, я тогда вот тут повисну, ты не против? Все, пока не, я не вижу, где ты виснешь, я не буду смотреть. Вот и зависай ну, там, пока. Ну в смысле? Мне страшно, все, уйди. Да я же аккуратно, ну я тебе не доверяю, ты в прошлый раз меня тюкнул. Так, потому что... Боже мой, вот что ты делаешь? Вот это ты сама сейчас чуть не умерла. Ой-ой-ой. Я ничего не делал такого, вообще-то, это ты. Не представляете вы. Это ты все сделала, вообще-то. Так куда? О, все, нашла. Я ничего не делала, я просто бизин? Выходила. Бизин нашла. Куда применяется? О, тут Ева, но я ее убивать не буду, так сразу. И быть. А? Да ну. Да блин, опять ой. Меня пнула туда. Дверь. Спасибо, Ева. А, и меня пнула, кстати говоря, прям ого. Жестко причем. А! Да Ева, не... Да ты куда? Нет. Зачем тебе молоток? Скажи, пожалуйста. Молоток? Это что такое? Это чтобы кого-то тюкнуть? Молоток. Ну, логично звучит. Нет, просто Ёша пошел. Да нет, я не вам, ты Лани. А. В смысле? Ага. Это я вам. Непон. Ага, ты нас не обманешь уже, уже поздно. Ты меня спалила только что. Вообще спалила в ноль просто. Что? Я не слышала. Что произошло? Я упала? Опа, Ульян. Что, убить тебя или нет? А где? Я не вижу, у меня черный экран. Да ладно. А, Ульяна стукнулась. Не бей Ульяну, не бей Ульяну. Понял, вот так будет с каждым. Ты меня бутылку разбила, вон смотри, эти даже осколки. Да. Ой, уходим, уходим. Здравствуйте. Ноги мне все отдавили, блин. Вы чё? Простите. А что вы на середине этого коридора лежите, а? Ну, потому что меня уронили. Да помните, как в «Тайна третьей планеты»? Я не упал, меня уронили. Ребят, может мне помогать вам как-то, не только морально, но еще и ключами, там все такое. Будьте добры, пустите пожалуйста. А, пожалуйста, вот проходите. Я очень смолок, спасибо, господи. Я пошел ползать по потолку. Висеть? О, зависать? Да, зависать, так сказать. Все понятно. А может я катапультируюсь на голову Еве? Как считаете, ребят? Зачем это? Не надо. А это, а кто-то брал молоток, нет? Боже. Нет. У меня молоток. Да, уже использовал. Ребята, ребят, я тут Еву застрял. Я в кастрюле. Как это? Ой, застрял. Чего? Не пан. Да, вот, посмотрите. Уйди ты. Уйди. Сейчас, подождите, сейчас прикол покажу. Сейчас, подождите, прикол. Да че, ты умрешь сейчас, во-первых, сама. Я тебя прищемила. Я говорю, умрете, не подходите. Сейчас я хочу. Да не закрывайте дверь, я убью вас за это сейчас. Алло, вы что, я не понял. Извините. Приколисты. Сейчас я хочу вот так сделать. Так, да, я смотрю. Да, ну залезь сюда, не залезает. Ну не получается. Я хотел на вот сюда. Ты хотел повиснуть на дверном проеме. Да, не получается. Ого! Боже мой, какой кошмар. Это очень страшно. О боже, это вот так идешь, а тут вот это. А можно дверью прихлопнуть? Я пробовала, не получается. Не получилось. На самом-то деле, так, не все, очень. Отойдите, я катапультируюсь. Ева, да господи, отойдите, я катапультируюсь. Спасибо. Кто меня не слышит, давайте кричать буду. Все, Ульян, ты огребаешь. Ладно, молоток нужен. Я уже огребла в прошлом раунде, это я тебе мстить хочу, но не знаю как. Вот она стукнула тебя, вот этой, как называется штука? Бутылка. Бутылочка одноразовая, к сожалению, больше нет. Одноразовая бутылка. А бывают такие бутылки, интересно? Стаканчики бывают, а бутылки бывают? Ну, наверняка есть. Как ты вообще взялся? Это
Ты уйди! А ты что здесь ходишь? Да я что хожу, потому что жизнь у меня такая, хожу я. Вот какая ты ползаешь, что тут, как умирающая, таракашка, вот это вот, и ползаешь, и убиваешь тут всех подряд. Да фу! Я что, специально, я, ой, там что-то взорвало, ой, это, в смысле, это разбилось. Я очень долго молоточком стучала. Ага. Иду что-то к тебе произошло? В таком случае, Лана, иду к тебе, получается, так? А куда это ты идешь? Ну так, посмотреть, посмотреть, так, это? Чисто глянуть. Взглянуть. А не надо. Ребят. Чего? Да что за смешки, я не понял сейчас. Ева, мы можем с тобой еще одну. Опа! Эй, ну так нельзя. Как нельзя? Так нельзя. Мы еще не вышли, и ты нас еще не поймал. А кого убить? Не надо никого убивать. Ясно. Пока, уходите. Просто зашла и вышла. Я пошел к себе домой. А что вы за мной идете? Я не хочу вас убивать. Ульяна, они за мной идут я зачем-то? Я никуда не иду, я тут мы смотрю троллем ёжче. Сюжет, эй! Поэтому я не... Ребята, тут снеговик-утка. Да, я пошла. Снеговик-утка? Да, и тут какая-то это кружка, это вертолет, что это такое? В общем, я села в снеговик, снеговика, у которого вот такая, знаете, уточка такая вот. Как-то, ну, как-то клюв. 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 Ага. Удочки. Уточки. Ну, у снеговика челюсть. Тоже в каком-то, господи, смысле клюв. Так-то да. В общем, и... Челюсть снеговика. Что это за жопа? Знаешь, звучит как какой-то хоррор. Да-да-да. Вот, и я будто бы, знаете, ощутила себя какой-то какао. Вернее, маршмеллоу. Это же чашка. Это же чашка была, Ульян. Ну да, да, но у меня черный экран, и я опять ничего не вижу. Ну ладно. Вот, ребят, вот я вот такая вот маленькая, аккуратненькая, сороконожечка, шестиногая. Никого не трогаю. Вот вишу себе на потолке и вишу. Вот вечно ко мне кто-то приходит. Вот тычут в меня какими-то этими, как это, картами. Вот тут ходят что-то. Чего вы ходите здесь? Это мой дом. Это не твой дом. Чего вы сюда пришли? Вы уже ушли, у вас открыта дверь. А я не уходила. Ева, иди под скороконожку, а я пойду выходить. Скороконожка. Скороконожка! Скоростная ножка. Скоростная ножка. Ну, смотрите, вы сейчас, если будете меня злить, вот видали, как я головой дергаю? Ага. Я сейчас на вас буду катапультироваться. Ну, пусть я не, пусть скороконожка ВДВшник. Я, между прочим, служил 17 с половиной лет скороконожкой ВДВшником, если вы не знали этого. У тебя стаж 17 лет, мне кажется, везде. И Тавр там где-то... В Тавре 25. Я точно помню, что в других местах у тебя было 17 лет. И несколько раз это было. Поэтому не надочки мне тут. Леша, а тебе нормально? Ну, я просто очень, знаешь, такой разносторонне развитый человек. Я в одно время Ева занимался. Ты, Ева, есть будешь разносторонне развитая сороконожка. О, смотрите, а как? Ого! Как это? А что с камерой? Чего? Что с камерой? Это зарядочка, просто, да, наверное? Просто захавал с потолка вас. Зарядка. Опа! Опа! Меня не ешь, мне надо выйти, я не выходила еще, я не спасалась, ты? Леша. Вот, иди! А подожди, ты совсем не выходила? Да. Никогда, ни разу? Никогда. Ну ты, блин, ёжик, конечно, ты прости, капец. Пожалуйста. Ага, ага. Ну ты капец, конечно, ёж. А ты что не выходишь, Ульян? А ты что, я уже выходила, мне не понравилось быть маршмелкой, и я... Ага! Понял, вот так-то. Мы, блин, с Евой выжили. Я Лану захавал. А Лану захавал. Конечно. Я думаю, это твоей совести, понятно? Я тебя бутылкой пристукнула, поэтому, в принципе, дважды. Это честно. Ну, кстати, да, тоже логично, да, нормально. Слушайте, ребят, ну, классное обновление. Теперь, по крайней мере, не лагает, и можно спокойно играть. Поэтому пишите в комментариях, если бы вы хотели, чтобы мы еще раз поиграли. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. 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 Пока.